Да, начали. Обсуждали сегодня холодное оружие. Да, в свете последних событий. Все хорошо, Ося рассказывал, какой у него замечательный есть топор. Вот это Ося. Да, да. Вот. Я рассказывал про свое мачете. А на самом деле у Майки есть коса. Причем мы все это... Значит, так вот как ты выглядишь. Ну, ужас. Я с косой и без косы. Вот. Так. И, короче, значит, мы все это рассказывали не утилитарно, ну, то есть мы все это рассматривали утилитарно. Например, как вскрыть космонавта. А, что лучше? Удар колуном вот этого... в середину вот этого шлема, либо, значит, вот глянь вот на это, либо отрубить косой руку, чтобы кость там выскочила, вот, либо, например, там использовать мачете, но вот как использовать мачете, это мы еще не поняли, вот, то есть... Голову рубить вместе со шлемом. То есть, ну это пока теоретические выкладки, мы не призываем там никакому терроризму. Никакого насилия. Ну это чисто, да, никакого насилия. Это чисто вот сегодняшние наблюдения. После сегодняшних наблюдений, то есть посвященных Дню России Матушки, вам пришли в голову такие мысли, да? Почему-то мы сидим, выпиваем пиво, и вот... Какие-то человека ненавистнические мысли. Да, но очень не любим ментов. Нет, ну как? Вот. Нет, я, например, хорошо отношусь к честным ментам. Честные менты. Почему? Я их же честные менты. Было все хорошо. То есть должны быть. Их видел? Я в Австралии вас видел. Многократно видел честных ментов, которые просто хорошие. Которые служат родине, которые взяток не берут. Ну хорошо, старина, что ты можешь сказать о тех ментов, которых ты видел сегодня, которые били мальчишек, девчонок, молодых? Козлы, им стыдно будет. Я к каждому из них подходила и спрашивала, где памятник, кому мы сидели памятник. Да, нет, во-первых, это не москвичи. Они правильно делают свое дело, во-первых. Они... Вот у нас рядом оппозиционер. Это у нас товарищ ватный путиной. Они разгоняли непорядки, блядь. Знаешь, для чего мы его взяли с собой? Не знаю, для контраста. Нет, если к нам доебутся, чтобы он сказал, я люблю пуй, и сразу отъебутся. Я за Путина. Я всю жизнь был за Путина. Вот, знаю, и все. Вот это он менту бы объяснил. И пиздец, от нас отъебутся тут же. Я знаю все его идеи. Все знает, я за Путина, скажет, я его изучаю. Ты че? Я его изучаю. Ты читал Путина? Он не умеет. А Путин что-то писал? А вот я тоже думаю, что он писал. Я что-то такое писал. Я был Брежнев писал, это самое... Земля, а не земля, малая земля и возрождение. Вырождение. Да. Он с 97-го года поднял страну на ноги вообще. А ну как? Ты хочешь сказать, он поднял ее с колен и поставил в другую позу? Ты что ты, братан, путаешь? По крайней мере, даю сейчас зарплату, все нормально. Нельзя поднять с колен того, кто лежит. Вот у чувака нету компьютера, есть только телевизор. Вообще нету, интернету нету. Он мне сказал, кто такой Навальский. Навальский? Да. Навальский кто такой? Не знаю, кто такой Навальский. Кто такой Навальский? Мы не знаем, кто такой Навальский. Я тоже не знаю, кто такой Навальский. Поэтому, да. Он тоже не знает, кто такой Навальский, смотри. Нет, оптимизм преждевременен. Потому что 86% никто не знает, сидят Леха, рядом с нами. Леха, никто не знает, кто такой Навальский. Никто не знает. И правильно? Вот спроси у людей, вот сейчас вас спроси. Никто не знает. Правильно? Вот. Подожди. Снимай. Извините, пожалуйста, вы знаете, кто такой Навальский? Кто? Навальский. Навальский? Да. Нет, извините. Не знаю, смотри, Леха. Да, это был зачет. Я тебе говорю, лучший сюжет ты снимешь на Гоголя. Спасибо. Снято. Вы умнички, господа. Вы не знаете, кто такой?